Я тут пришел в одну школу с творческой встречей, и, значит, им стал по глупости рассказывать про то, как, значит, нужно доску, вот чтобы она была все время чистой, значит, нужно чаем. Мы на меня смотрели, как на динозавра. И вдруг я понимаю, какой чай, какая доска. Они вообще не понимают, о чем я говорю. Я поворачиваюсь, у них электронные эти доски, у них планшеты. Я думаю, боже мой, как все изменилось. Я почувствовал, что мне лет 120. Вот. И потом у меня была еще одна творческая встреча через неделю. И там меня окончательно накрыло, потому что там какая-то девочка спрашивает, сколько вам лет? Я говорю, ну это, наверное, так сказать, вас нужно спросить, насколько я выгляжу. Ну я решил так, так сказать, поиграть. Она говорит, ну я думаю, что вы 1542 года рождения. И так и на полном серьезе я говорю, спасибо, добрая девочка, спасибо. И говорю потом всем воспитательницам, и там воспитательницам, говорю, я вам всем желаю дожить до моего возраста и выглядеть так, как я.